эта машина станет без номера, без номера. Тоже меня остановил. На сегодняшний день на территории столицы в сфере обеспечения пассажирских перевозок занимаются 7 предприятий автобусных парков. Также более 20 официальных таксомоторных предприятий. Автомобили такси должны быть оборудованы шашечным поясом по периметру, по кузову. На крыше должен быть установлен колпак шашки. Также обозначены надписью «такси» и характерным шашечным поясом. Кроме этого, в темное время суток шашки на крыше такси обязательно должны подсвечиваться. Если вышеуказанные требования не выполняются, это будет являться нарушением правил перевозки пассажиров и багажа.